Я мог бы пригласить вас на танец, а вы сказали бы, я не танцую. И я ответил бы, что ж, как-нибудь в другой раз. Поэтому спрашивать я не стану. Диана, речь идет о твоем будущем. Вы с ним едва знакомы. Он тот самый, я уверена. Люблю тебя, Робин. Что-то мне нехорошо. Не могу пошевелиться. Робин! Нужен дыхательный аппарат! Больные полиомиелитом долго не живут. Он парализован от шеи, не может сам даже дышать. Как можно так жить? Привыкаешь. Я люблю тебя и хочу, чтобы Джонатан знал отца. Нельзя такое любить. Я люблю. Что-то же можно сделать. Забери меня отсюда. Робин покинет больницу. С диагнозом, как у вашего мужа, за пределами больницы не выжить. А кто-нибудь пытался? Робин! Робин! Как ты, милый? Намного лучше. 5 фунтов на то, что ты не выживешь. Идет. Милая, вызови Тедди. У меня есть идея. Кресло, которое дышит за него. А это безопасно? Пока работает. Робин! С тебя 5 фунтов. Везучий ты, гад. Зачем держать пациентов, как в тюрьме? Никто не верил, что можно жить, как вы. Пора открыть ворота и освободить их. Ни черта себе! Что теперь, мировой тур? Вот будет приключение. Когда меня парализовало, я хотел умереть. Но жена сказала, что я должен жить. И увидеть, как растет наш сын. Твоя жизнь – это моя жизнь! Я хочу не просто выживать, а по-настоящему жить. Любовь моя, жизнь моя. По-моему, его место в больнице, нет? Вы правы. Нет.